получаю ключи от вашей квартиры. Ключи от квартиры вручил сегодня глава округа врачу-неврологу Владимиру Лазареву. Комфортные условия для жизни и работы – приоритетные задачи, отметил Владимир Слепцов и поблагодарил доктора за работу. Вам спасибо за то, что вы профессионал. Оценка дана была именно такая, да, что это профессионал. А мы сегодня поддерживаем, конечно, лучших из лучших. Всех благ вам. Владимир Лазарев более 10 лет работает в Центральной клинической больнице восстановительного лечения в Голубом. Начинал в должности врача-невролога, в 2014-м стал заведующим отделением, а в 2018-м – заместителем главного врача. Его очень ценят пациенты и коллеги. Именно они ходатайствовали о выделении жилья доктору. Сейчас он с женой и 4-летним сыном вынужден жить с родителями. Неоднократно обращались и в администрацию Солнечногорского района, и в администрацию городского поселения Андреевка, оказание помощи в жилье, ну как-то было отказано, и благодаря в настоящее время главе Солнечногорского городского округа Слепцову Владимиру Витальевичу мечта осуществилась, и я долгожданный обладатель своего жилья. Новые служебные двухкомнатные квартиры находятся в Андреевке. Уютные, солнечные, рассказывает Владимир, к заселению почти все готово. Есть небольшие нюансы ремонтные, но это, я думаю, что в ближайшие недели, может быть, месяц все это решится. И с семьей с удовольствием переедем. В Солнечногорском округе поддерживают медицинских специалистов не только предоставлением служебного жилья, а также соципотекой и компенсационными выплатами за съемное жилье. Трое врачей получили квартиру в 2018 году, и вот сейчас доктор Лазарев. Марина Ванюшкина, Олег Макаров, Илья Тимофеев. «Наше время».